А в селе Черновец Пристинского района осветили новую часовню во имя Николая Чудотворца. Ее возвели на месте разрушенного храма и полевого госпиталя, где во время Великой Отечественной войны немцы расстреляли раненых русских солдат и офицеров. Мне уже хорошо, я укол уже заканчиваю колоть, буду дома пить таблеточки, и вы мне, пожалуйста, с дневного стационара. Выпишите. Главный врач Пристинской районной больницы навестил пациентов утром и уехал в село Черновец. Здесь работает дневной стационар. На его территории открылась новая часовня. Мечту свою исполнили. Это давнейшая мечта. Оно не сразу родился, не сразу получился. Все сделано, ручная работа. Ни одного гвоздя там нету. На благое дело его вдохновила супруга Марина. Много лет она помогает мужу не только лечить селян, но и вести подсобное хозяйство. Решение построить в честь Николая Угодника часовню пришло в прошлом году. Во время засухи местные жители молились святителю и просили о дожде. В этот же день на район обрушился ливень. Мы будем ходить сюда молиться, будем Бога просить, чтобы у нас все было хорошо, чтобы мы жили замечательно. Деревянную часовню построили из архангельской сосны. Красиво очень. Ездил, смотрел, как они рубят там, как я там трижды ездил, сам заказывал, сам за процессом наблюдал. Вот, поэтому лес очень хороший, архангельский, заготавливают его по технологии зимой. Новая часовня стала центром села, духовным, архитектурным и общественным. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Сюда каждый может прийти со своей просьбой, поговорить с батюшкой, помолиться о здоровье своих близких и даже поучаствовать в концертной программе. На территории часовни теперь будут проходить и культурные мероприятия. Екатерина Худякова, Геннадий Воробьев, телеканал 7.